Всем привет, дорогие друзья, с вами Том Сойер, Андрей. Всем привет. И Ордер Свай. Всем привет. Сегодня мы начинаем свое выживание в мире, где есть 1000 ачивов. Да, и как видите, за пару секунд мы выполнили уже несколько. Да, также, ребят, за выполнение ачивок нам будут даваться ресурсы соответствующие. Вот мы начали добывать дерево, нам выдалось 8 тропического дерева. Здесь около 857 ачивок, которые с каждой серии будут обновляться. Что вообще, какие планы на этот мир? Этот мир будет переходить с одной версии на другую. Закончим мы, возможно, через год-два, неважно. В общем, пока не надоест. Поэтому, ребят, предлагайте в комментариях свои идеи, что нам построить, чем заняться, бросайте свои вызовы. Возможно, мы будем здесь и не только снимать, а также ожидайте стримы. Что по условиям? Одно из самых главных условий то, что мы не можем кушать мясо, но мы можем убивать мобов. Так как нам необходима кожа, шерсть и остальные ресурсы. Сейчас мы начнем с простого развития. Это вырубка лесов. И построим свою первую халупу. И как бы начнем активно развиваться. Андрей, на, возьми. Возьми, там вроде как дают еще плюс 2 чего-то, вроде как. Да, ребят, тут от 2 до 100 будет даваться рандомно за какие-то вещи. Можешь дать мне, Андрей? Кого он, бобы? Бобы. Да-да-да. На, дуб. Бамбук. А, бамбук. А, кстати, они обновляются не сразу, я должен выкинуть это из инвентаря, чтобы оно, типа, это... О. Да. Прикольно. Так. Я уже знаю следующую ачивку, наверное. А, да. Да, да. Море зовет, здрасте. Ага. Море. Короче, да, мы еще, кстати, тут у нас кораблик небольшой есть. Надо бы сплавить. Кстати, надо нырнуть на самое дно и сломайте здесь этот пару. Кого? Жду. А, лям? Типа вот этих подводных водорослей? Ты про это? Да. И о, еще помню. Сломайте. Короче, у нас тут уже есть это. Тайны глубин океана. О, раковина. Еще нужно добыть вот ламинарию. Огурчи меня. Там дают 8 этих ламинарий за это. Здесь что-то есть вообще? Тут был сундук, который я спиздил. Вау, прикиньте. Ребят, идите ко мне все. Вы где? Плывем. На дне? На дне океана морского. Идите сюда, ребят. Прикольная штука. Идите ко мне так, сюда. Так, давайте еще как бы это не теряться, а то... Давайте. Я, допустим, вас уже потерял. Дима, посмотри налево. А, вижу. Также, ребят, у нас есть скорборд, в котором отображаются все наши смерти. У нас, в общем, такая идея не умереть больше 100 раз за абсолютно все прохождение. Это будет довольно трудно, но весело. Андрей, идите сюда, я вам покажу сейчас прикол. Дима. Да, на. Сложность у нас нормальная, ребята, если еще. Дарю тебе цветочек. Спасибо. Ого. Ох, вот это сколько. А что далось? Любовь. Понял. Тебе далась любовь. На. Любви за и мира вам, ребята. Так. Бум. Очень красиво даже. It's a blazing love. Цветочек отдайте. Вот, все, пускай у тебя будет. Заберите цветочек. А, кстати, общем... да, ламинарию, Дим, на, подержи, тебе вам дадут по 8 ламинарий сверху. Ого, вот это классный подгон ресурсов. А куда поплыла? Вот причем, знаешь, я ее должен выкинуть, чтобы у меня не появились, это не очень. На это у тебя баг с отрисовкой из-за слабого компьютера. Но этот баг решится, баг жизни. Давайте добудем ламинарии заранее, потому что мы, возможно, далеко отправимся, и да, там не будет данного топлива. Да-да. Мы отсюда далеко отправимся, это точно уж. Потому что в джунглях жить это что-то, ну, нечто. Точно останки от Валентины. Так, еще ачивка на песочек. Ребят, я нашел подводный данж. О, ребята, и сверху, сверху наверх дают 8 песка, ребят. Я нашел кое-что другое. Во-первых, я плыву быстро, а во-вторых, карта сокровищ, здрасте. Ты нашел дельфинов.
Я нашел не только дельфина. Давай к нам, давай сюда, мы вон туда, поплыли. Ты туда сплавай прям, ты туда прям сплавай, в эту штуку загляни. А что там? Не загляни, ачивочки. Но это, по идее, подводный данж. Да, о, раковину Наутилуса дала. Да. У меня тоже она есть, я ее получил еще тогда, когда зашел на корабль. То, что утопился. Очень прикольная тема. Так, ребята, я предлагаю нам трогать в какую-либо сторону, так как сейчас будет ночь, я, а у нас ни оружия, ничего. Знаешь, я предлагаю... Не, Дима, стой, я предлагаю в обратную сторону, по карте пока тут еще можно. Ну, смотри, ты нашел карту сокровищ, то есть я предлагаю, что лучше всего сделать лодки и сейчас сплавать нам. То есть придется делать две лодки, так как нас трое. Нас не парное количество, ребята, пока что. Но я думаю, к нашему выживанию еще присоединится один человек, наверное. Но это не возможно точно. Не один. Да, возможно и не один. На самом деле у нас есть такая штучка, как дельфины. Можно поплавать. Ну, можно. А еще есть такая штучка, как аудитория, которая имеет шансы попасть сюда. Да. Это 100%. Да, и парочка человек тоже может сюда вылететь. Поэтому наблюдайте за стримами, ожидайте. Следите, их. Да, там мы расскажем вам все подробности. Так, что я хотел? Я сделал меч уже. Мы так. Крафтим, ребят, я вас жду на острове, вы где? Круто, я себе скрафтил лодку. А, ну я на острове жду. О, время нанести удар, моряк. Класс, ребят. А, ага, воу. То есть уже много чего. Погрузиться в скромную темноту, в сердце тьмы, вау. Ребят, мы... О, боже, посмотрите в достижения. Добыть 74 камня. Где? Ну, в ачивках. Офигеть, тут ачивок. А, я видел кого-то на острове. Это, наверное, что где? Именно видел? А, это я, вот я. Да, ты проплыл только что. Опа, обновочка. Да, ребята, я уже почти полностью весь обновился. То есть, я не знаю, зачем я делал все-таки деревянный меч. У тебя есть каменный инструмент? Да. У меня все каменные инструменты. Кирка, топор, мотыга. Ой, мотыга. Угу. Мотыги нет, на. Выполняй. Все подними, все. Вот. О, да, ребята, здесь ачивок. По ачивкам будет много. Так, я понял, это приросло, ребят. Так. Я сверху просто 8 каблстоунов пошел получать. А, 8 каблстоунов. Плыли мы долго или коротко, но первая суша. Ребята, мы доплыли, да, вот и первый наш моб, да, первый, с конца. Первый остров. Лодку забрать не забудьте, а то я на вас не надеюсь. Ай, больно. О, фу-фу-фу, идите опа, сюда. Опа, большой остров, наконец-то. Ребята, нитки получаем, ребят. Фу-фу-фу, выполните. Потом. А мне сахар. Понял. Мы пришли в лес. Ребята, лес, да, ну да. Это самый красивый биом, очень который красиво. Может быть. Да. Самый глубокий. Да, и самый хороший. Да ну. Я добыл. Грибной биом. Вот это хорошо, ребята, это наше спасение, это так грибной. Как мы... А, это не гриб... Овцы. Ребята, наше спасение, потому что это... Курицы. Шерсть, овчина. Наконец-то. Это овчина, ребятки. Да. Овчина. Овчина. Хорош. Ну, овчина, она так называется, овчинка. Курочка. Ты курицу догнать не можешь? У нас есть корова. Самое обидное, ребят, то, что нам нельзя есть это мясо. Да, но мы... К сожалению, да. Мы будем собирать. Мы будем вынуждены скормить собакам. Кстати, собачка можно кормить, точно. Да, все, мы будем иметь самые огромные армии собак. А чем теперь добывается гриб? Ну, в смысле, с чего он падает? Ножницы? Топором, топором. Он так тоже выпадает. Он так тоже блок выпадает. Блок это блок шелком. Да не, блок мне не нужен. Просто то, что выпал, типа, только один, теперь уменьшено выпадение, походу. Ну, у меня 4 короче, штучки. Господа, я нам добыл 8 шерсти обычно. О, это хорошо. 9. Я нашел поляну, и тут есть корова. Пошел. О, я нашел. Офигенно. White Moo. Класс, ребята. А, что у меня по идее? У меня вообще нет еды. А, нет, у меня осталась последняя похлебочка. Ты меч выбросил. Молодец. Опа, я нашел нашего друга. Два. Ох. А еще у меня кирки нет.
Да. Да, ребята, мы это выполнили. А что вы там? Я выполнил, я убил этого крипера. А-а-а. Да. Ну что за гримаса? Гримас, Димас. Вот такой вот. Так, ребят, вы где? Я убил красный гриб. О, грибник. Вау, ребята, даже такая ачивка есть. Это прикольно. Ты собрал два вида грибов, это хорошо, кстати. Да, 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 да. И еще ищи цветочек. Можно. Нам бы, конечно, еще мицелий добыть было бы вообще классно. Хотя вроде он не только на мицелии растет. А чем тебе мицелия? Он везде, обычный... везде растет. Да? Ну, типа... Только темнота нужна и все. О, это хорошо. Да. Да все, не руби, нам хватит этого. Костную муку, я думаю, мы добудем. Опа, тыква. О, вот это очень прикольно. Не то, что тыква, а прикольно то, что мы нашли поляну. Очень... Все, ребят, мы живем здесь. А, поляну, кстати, я нашел. О, я Андрей, нашел натуральный урожай, ребят. Это классно. Так, вы на каких координатах? А, минус 1280, минус 1050. Ребят, начинается этот убожественный дождь. Я его ненавижу. А я в темном лесу, ребят. Я вот что-то тоже этот дождь ненавижу, ребята. Нам придется... Мы тебя ждем на координатах. Так, сколько минус... Первая какая? А, у меня даже кто-то... 1250. Нам бы кровать сделать, слышишь? У меня на три кровати есть, так что я бегу. О, молния упала, ударила очень близко. А что это значит? А, ну ничего, сделай верстак. Вот, на. А, хорошо, что мы делаем? Мы делаем вот так, вот так. Там мы делаем вот так. Пока рядом вот. Монстры. Понял, убежал. А, прикиньте, нельзя теперь из разных шерстей делать один. Вот, да, давай, да, у меня да. Все шерсти будут. Сюда идите. Стой, вставай. Ай, у меня пол хп, Дима, ты где? Я сплю. Ну что ты спишь, подъем. Мертвые не умирают. Так. Сколько нам нужно? Еще две кровати? У меня уже есть кровать. Андрей, это ладно, ты Андрей, я у меня есть кровать. Боже, можно я его забаню? Нет. А, пью радость. Так, все, ребят, ложитесь. Так не, спим полностью, чтобы дождь промотать. К нам зомби идут. Мы промотали, ура, ребят, мы промотали. Так, забирайте свои кровати, ребят. Два крипера. Че, как думаете, рисковать? Конечно, полностью. Там три крипера сверху, сверху, сверху. Минус ресы, да? Нет. Да. Я одного взорвал. Хотя я не знаю, меня. А, прикиньте, меня возродило в да. Этой. Так, ребят, это баги, я поэтому тэпнусь. А, потому что мы сломали кровать. Слышишь, походу, твои ресы того. А, все, походу, нету. Вы дураки? А кто вам разрешал кровати ломать? Так, ты сам сказал, ломаем кровати, убираем, уходим. Это точки возрождения, алло. Ну, круто, минус ресы, ребят. Так они в общем, ребят, у меня минус ресы. Сейчас, возможно, еще вторая партия минус ресов будет. Если меня никто не спасет, блин. О! Кровати не ломайте, ребят, мы здесь жить будем. Давайте, где будем? Где-то здесь давай осваиваться, чтобы мы уже нормально... Вот я думаю, вот здесь снизу. У меня снизу столько уже. Ресов было, у меня там было железо, у меня там было ничего золото. Страшного. Я поэтому тебе все и не отдавал. 14... Братишка, 14 железа. Так. Спокойно. Железо накопается, ребят. Вот понимаете, я буду хранить все ваши ресы. Я знаю, что сдохнете первыми вы. Так, о. А, кстати, да, ребят, у меня уже две смерти. Стоп, откуда две смерти? А, два раза ты умирал. Нет, тогда... один раз ты тебя трезубцем? Да, тебя трезубцем убили. А, да, да, да. Так, ребят, давайте это пофиксим и вот этого человека лишим. Да куда? Я сейчас тебя лишу. Да успокойся. Способности. Нормально. А, так, ребята, сейчас мы выберем, где будем. Где мы будем? Давайте здесь. Во. Да, мы будем здесь, ребят. Красивое Опа. Место как раз хватит под все проекты, которые будут предлагать да, наши подписчики. Будут. Поэтому, ребят, предлагать все, абсолютно все свои идеи, самые хорошие будут воплощены. Где мы тогда селимся? А... Давай выберем вот, местность, потому что вот смотри, вот здесь очень классная вот поляна. Вот, стой, вот стой. Здесь. Вот здесь, вот смотри, здесь обрывчик хороший. Да не там, вот, я поставил, где мы будем. А, ну или тут.
Там самое нормальное, адекватное место. Да, ребят, я красавчик. Еще бы выбрать... это да. Я что-то не то нажал, ребят. Ребят, сейчас, в общем, самое нудное, это добыть дерево, добыть ресурсы и начать строительство дома. То есть я так и не понял. Ага, ты здесь сказал, мы будем. Хорошо, это потом... Тихо. О, хранилище. Так, ребят, также у нас есть еще проблема. Как я понял, из нас тут нет нормальных билдеров. Поэтому у нас будет халупа, коробка. Хорошая у нас коробка. На, возьми, подними этот. Подожди. Подними, на. Вот, и скинь теперь мне. Зачем? Ну, потому что я ставлю сундуки. А, спустя время выдалась какая-то ачивка. Да, там 3 честа тебе дал. Подожди. 2. 1. В смысле? Нет, 3 должно быть. Ну, выдается рандомное количество. Так нет, так я тебе 1 кинул, как? Я тебе вернул 2. Нет, у меня 1. Вот, я его... А, надо поставить. Надо просто взять его в инвентаре хотя бы. Не, надо его было поставить еще. Ребят, и таком крипер, который стоит на месте и ничего не делает. А, он подняться не может. Спасибо. Еще больше застраивать, Андрей. Индивидуум. Так, ребят, я думаю, будем делать сундуки вот так. Так будет намного красивее. Да, еще бы их соединить, ребят. Я забыл, что с новыми версиями. Что там? Все умнее и умнее. Мне очень везет. О! Че ты их ставишь-то как этот? Красиво я их ставил. Пока ты не пришел и все не сломал. Подожди, зачем вы тут сундуки ставите? Мы дом строить будем. Какие сундуки? Да пока что сундуки, нам надо сложить ресы. Я не понимаю, ресы, мясо, вот это все. Давайте сразу вот в маленький сундук будем. Маленький. Я сейчас его отдельно поставлю. А, Андрей еще не выполнял скин, Андрей пускай выполнил. Андрей, подними сундук. Поставь сундук. Нет, и просто возьми его в руки еще раз. Не, его надо поставить. Не, мышкой можно взять. Да все, все, его надо поставить. Его поставить, я уже проверил. Так. Сюда скидывайте мясо, да, абсолютно все. А, это... Плоть не в счет. Я думаю, шахтерская будет сейчас моя нож. Так, ребята, нам бы еще булыжник. У кого там больше всего булыжника? Или мне опять заново... Ни у кого. Класс. Дом мы будем из чего строить? Не знаю. Из чего-то красивого. А... Темный дуб? Maybe береза плюс темный дуб, может быть. Как предлог. Спили. То, что рвануло, мне не очень нравится. Рвануло внизу, если че. Тогда хорошо. А, ребят, я начал размечать дом. Кто-то где у нас будет? Это будет огромный коттедж. Коттедж? О, это нам нравится. Не знаю, ребят, не хочет подниматься. Уголь, на, Дим, на, не добывай. У меня полстака. Спасибо, еще 4 в подарок дали. Да, система квестов, ребята, классная. Плюс, ребят, я кровати ваши сломал, сейчас поставим там, где будет дом. Да, блин, если сейчас кто-то из нас дохнет... Будет бежать. Нет, сам. Не дохнет. Не думаешь. Дима, ты побежишь за нами и понесешь на руках. Понесешь на руках. Честно, мобов, кстати, нету где-то. Ну, так, слава богу, радуйся. Я ты радуюсь. Так, я все забрал оттуда. Ну, о, ты уже разметку делаешь, класс. Что? Почему он... Да говорю, разметку делаешь. Я тут кровати наши поставил, я свой... Я тыкнул свой. Моя правая... Моя самая правая. Моя посередине. Кластин. Ой, я диктора включил. Плохая идея. Ctrl-B. Спасибо. Время создавать ферму, ребят. Так, ага, ты сделал, я сделал. Умно, не спорю. Так, в общем, поля у нас будут. Обмечай там, где они будут, а я сделал ведро пока. А, воду нужно разлить, вот сюда. О, вот да, сюда. Слышишь, иди вот сюда. Иди сюда. Чё? На, выполни квест. Вон скинул. Возьми в руки его, возьми в руки, мышкой, именно. И оно у тебя... А, там железо тебе далось, вот, короче. Нечего, ничего не делось. Да как так-то? Ну, надо железо в инвентарь. А, не, надо железо в инвентарь. И просто возьми его мышкой. 100% выполнится.
А там выполнилось? Не, мне надо скрафтил. Возьми скрафтил железный слиток, вот это что я дал, и скрафтил. Там смог, есть, может, я уже скрафтил, я уже все самолет придал. Дима, ёпрс, это такой нудный. Три слитера дадут, два. Ничего мне не дали. В смысле, как, возьми выполнен? Нет, не знаю, вроде выполнен. А, не выполнилось, видишь, у меня выполнилось. Иди воду разливай. Иду. Там, где я делаю эти дырки, там тебе надо воду разливать. Понял, без проблем, у нас уже мочка. Поэтому, Андрей, прошу жаловать всех на состав наверху. Ну, на. А, мы не зря все-таки делал. Это надо оградить, короче, вот это все, что ты поставил. Да, да, мы потом это оградим. Потому что мобы залезут, они спрашивать не будут. Вот это ребятам не нравится. Что? Да просто здесь воды не было посередине океана. Ну, посередине калюжи. Посередине океана. Да, у меня калюжа, ребята, это океан. Короче, я засаживаю эти семена, да, потому что у меня масса насущ. Мы же пшеницу будем сажать, да? Это пшеничное поле, да. Будет еще морковное поле и будет еще какое-нибудь другое. Картошка. Картофельное дальше поле будет. Так, блин, здесь просто недалеко. Не знаю, далеко-недалеко, но спать ложится всем по расписанию, ребят. Это проблема в том, что я не буду проходить. Нормально, да, Дима? Я нечаянно, я случайно. Какие у нас координаты могут быть? Боже, давай ты запишешь их уже. Минус 1277 и минус 1000. Минус 1200, минус 1250, 1000, минус 1000. Минус. У меня больше нет маты, Дима, захватит. Залей воды. Иду, да. А, да, вообще не стоит прошу. Только что не было звуков, ребята, что я достал. О, вот первые пришельцы. Дима, ты меня сейчас убьёшь. У меня полтора сердечка. Не буду я это кушать, ребята. Я жареный рыбу ещё несу. Не спрашивай, откуда жареный, постоянно жареный. Так уже просто в креатив там летаешь. Хотя я у него креатив забрал, ну ладно. Да, пока мы сидели делали, всё. Надо было. Ну просто, ребят, я вот сей. Хлеб, опа. Понимаю. Сколько получил? 20 штук? Да, хлеб. Две штучки. На. Все, твое вернул тебе. Да, я просто жрать хочу. Я просто хочу. Понимаю. Так, ребята, косточки, которые мы тяжелые. Там дофига мобов. О, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я бегу этот вов. Иди сюда, я пришел. Я тут это. А, меня скелетон бьет. Опа. Кровать, кровать, кровать. Дима, давай кровать, кровать, Дима. Давай, Дима, я пойду бегу. Маскрев. Ну так ложись, можно шлечь. Да я не успею. Да быстрее! Мобы везут, мобы идут, мобы идут. О, все. Точно запустился? Да. Доброе утро, ребят. Да, вот щит. Да, ну Дима, боже, не пей крипто. Вот, Дима, это не я, не специально. Андрей, слышишь, Андрей, Андрей и Вова, иди сюда, возьмите вот это выполнить. Это раз. Вот, давай так. И что мы еще? Что мы еще получали? А, бред, хлеб ему дать надо. Тебе есть хлеб еще? Дай мне. Спасибо. Дайте мне вкусную муку эту. Ну, ему скинь. Подними его. А что тебе не даю? А вот. А, ты уже все, ты уже выполнил. Так. Как я помню, с мадами, да, это пока я сразу собираю. Да, 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 у нас здесь только правый мышь. Это не выросло, да, это не выросло. Это не выросло. За 7. 37 семян, вау. А что, оно здесь, слышишь, вот это кривое. Так, что ты сюда воду не разлил, индивидуум. Да. Ой, я попал. Молодец, индивидуум. Иди сделай хлебещеву. У нас булыжника нет. Мысли булыжника нет, вернись воду. Где? Вот, везде. Ой, ребята, где он в сундуке? Кости, это хорошо. Блин, как подслужим. У меня нету, ни кирки, ничего нет. Да, да, да. У него всех кирки есть. Это ты у нас шахтер. Стой, дай 8 штук. Я могу сделать. 8 штук я тебе дам. Я сделал печку. Так. Так, 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 Дим, надо очень добывать пшено и продолжать дальше поля. Да. Не хочешь, я печку скушаю. Иди, Дим, заливай. Еще воду, нифига у тебя там поле, слышишь, и у тебя не трогаешь. У нас каменное поле будет. Вот это поле, ребята. Ну тебя понимаешь, мы мясо жрать не можем. С одним модом можем. Тебя покусать чуть-чуть. Ну, убить тебя и получать мясо, чего нет. Каннибализм в студию зашел. Нам запрещено есть мясо вообще, в принципе. Будем мозг выкусить. Мозг это вообще... запрещенная вещь. Да-да-да. На это отведем другие темы, ребят. О, правда. Прямо микрофон, молодец. Да, спасибо. Потом... Я запикаю твою юношу, как будто материшься. Ребята, если что, ожидайте через месяц, второй, если будет много видосов, они будут, ребята, обязательно нарезку смешных моментов, 100%. Беда пикает, лицо другое. Да-да-да. Обязательно, ребят. И там вы услышите, может быть, как я матерюсь. О, хотя маловероятно. Зайдите в Дискорд-канал и позовите. А, так, давай, не раскрывайся. Спалил, который. Да, ребята, обязательно переходите по ссылке в описании в мой Дискорд-канал. То есть там также под моим роликом есть еще ссылка на мой Дискорд-канал. Да, и на наш канал, то есть его и мой. Не волнуйтесь, кто-то я делаю Дискорд-канал свой, я тоже буду ссылочки. Молодец. Просто проблема в том, что Дима не хочет всех своих людей перевести в мой. Хотя было бы намного эффективнее. У каждого свое, не забывай. Так, хорошо, чистить, ты что хочешь это поле до китайской стены вести? Ну типа, а семечки-то нужны? Так вырастет и будет. Типа, там никс два семечка, выпадает одна семечка или сколько? Не, немного выпало. Мне сколько здесь? До 15, мне выпало 37. Поэтому так неплохо. Уже бы ведро с водой брал тогда. Ну типа, боже, я по стариночке бегаю и в разные стороны машу рукой. По стариночке, вот это ты старина, да. Ты знаешь, сколько я в Майнкрафт обычно ванилу не играл? Не знаю, 10, наверное. Я в ванилу не играл года 2. Я лет 5 уже не играл. Я просто не оставил, я его там оставил. Серьезно, если не учитывать РП, на котором я очень мало играл, то у меня вообще, как бы онлайн ванили минимальный. Так, ребята, оп, я тоже знаю. Я знаю, что ты знаешь английский. Не надо тут. Ну, в смысле, я просто получил по-русски, ну, типа, кожа еще две, так как я понял, да, это кожа. Типа, я получил еще две кожи подарок за выполнение ачивки, типа. Я сейчас железо, ребята, не пачка, я себе броню сейчас скажу. Да, щит каждому сделал, мне еще сделай щит, не надо. Почему тебе аут есть, да? Да, мне сделай обязательно, будет классно. Я не смешал. А мне Андрей вылетает, сырый лосось, смотри, умничка, кидай сырый лосось, это прям. Сырый да, да. Вообще нужно скрафтить железный кирку. Мне. И мне. А, ты обойдешься. Видите, я тоже тебе подарю город, я тебе отдам. Видите, как мы любим друг друга. Прям любовь цветет. Идите пожинать любовь. Ой, кирка сделала нержавеет. А, вот это тебе подарок. Да, Дима прибежала туда, обсидеть не смог. Я не оттуда прибежал. Так, кому будет надеть? Да, ведро я пойду зачищу абсолютно все поля. Зачистишь или зальешь? Залью. Окей, тогда если зальешь, то нам это подходит. Ну, вода есть, что там есть. А, понял. Я уверен, что у нас наверняка будут какие-то ачивки, связанные с поеданием. Мясо, так, если кто-то, ой, если кто-то съест, это будет видно. Ну, типа, да. Кстати, а как мы выполним все ачивки, если нельзя мясо жрать? Ну, мы типа, посмотрим, конце, смотрите, если мы выполним уже много ачивок, и тогда увидим, что, это, что там действительно надо это съесть. А там есть такая ачивка, есть. То да, без проблем, насчет ачивки мы уже подеройствуем. Будет можно сказать, если мы едим мясо, оно нас убивает. Понимаете, вот в таком смысле. То есть, может, все мясо на нашей карте, оно отравлено, то есть. Вот так вот. С таким смыслом надо играть, ребята. С очень сложным смыслом. А ты не кидал железную кирку, она того.
Я тебе не кидал железо. А, да? Таким образом, критер не дождется отразить целевой защитить тебя от такой атаки, который щитом. Хорош. Так. Так, ребята, что здесь есть? А, вот съешь это часов. Съешь эту вкусняшку. Ну, еще нет, смотри, жарить, надо все-таки пожарить, то есть здесь есть, понял? Нужно убить эту свинью. Юнь. Съешьте. Ребята, пока мы это не выполним, у нас вроде другая чеки не откроется. А, ну да, следующий. Ай-яй-яй, у нас есть еще сырая. Я почему-то был уверен, что если я такой щитом открыть, то это чек. Я получил. Суши, ребята, съешь сырую рыбу. Класс. Съешь сырого лосося и не отравитесь при этом. Ого-го. Словите рыбу. Словите рыбу без удочки. А, круто, ребят, я забагал Майнкрафт. Поймайте рыбу без использования удочки. Убейте черепаху, чтобы узнать, что с нее не падает ее панцирь. Кстати, он не падает. А почему? Я не знаю. Но прикол в том, что там, где мы веспались, то есть изначально, там была черепаха. Мы ее руками будем. Да могли руками затулочить. Затулить его, ребята, очень популярное слово. А кто в играет, тот вообще в кафе это слово. Да, стейк очень хорошо получается. Нужны стейки. О, ребят, походу надо пожарить одну сырую говядину. Вот нам взаимодействовать с мясом можно, но кушать его нет. Да, верстак положить точно то же самое. Нам спать пора, Андрей. Спать? Да. Пора. Ну, в смысле, я про Майнкрафт, ребят. Не, хотя, ребят, мне прям на жизни пора спать. Ну, типа... Понимаю. Вау. Ребята, настолько много квестов. Ну, типа, сейчас очень много на часах просто. Да-да-да. Так, завершите ветку достижений. Шахтерское ремесло. 10 из 74, ребят. Завершите ветку достижений строительства. А, фермер. Да-да. Я понял, завершите ветку достижения во время... Ага, понял. Хотя вам ветки биомы открылись. Сломайте все 6 видов топоров. О, это значит деревянный. Ударь моба всеми 6 видами лопат. Ударь. Сломать все 6 видов топоров. Да-да-да, то есть деревянный камень, железный золотой. Это 2000 дерева сдобыть. Не, почему? Почему? Сломать, дядь. Ты ломать можешь? Ну. А что хочешь? А даже. Да ты можешь ломать, а по-моему, да. 3 урона тратить. Призвание лучника. Создайте стол лучника. Выстрел в кого-либо из лука. Тоже прикольно. Мне лука нет, простите. Я не понял, зачем кто-то. Притяните свинью при помощи удочки. Прикиньте, нам нужно будет создать каждую кровать, каждого цвета. Песок, динамит. Ударьте моба палкой. Вот, ребята, я знаю, что мы точно все выполним в следующей серии. Это дух Рождества. Быстро заглушенный битвой. Снежный бой, ребята. Я думаю, это да. Экспеллиармус. Кстати, да, вот ударьте друг друга палкой. Друг друга или моба? Друг друга. Да не благодари. Ай, на все, все, хватит, я тебе же убита. Ты моя безбольная груша. Ой, безбольная. Безбольная. Хватит спать. Ой. Восемь, как ты нашел вообще? Да, боже, ты зачем шел-то? Блин, какие? Те же самые. Те, что в чате, мы не перенесали еще. Я на полу сплю. Ну ладно, это мое наказание. Кстати, хотите прикол? Да, если прыгнуть и лечь, ты будешь спать на полу. А, понимаю. Я съехал, я просто с нее свалился. Ты скатился по инерции. Блин, я так хочу это мясо сожрать. Наложите флаг без узоров на свой щит. Ого. Ребят, у меня начинается... Вов. Хочешь подгореть еще больше? Отразите атаку каждого враждебного мода. Моба. Это, прикиньте, нам нужно... Пожрите каждого. Да. Нам придется догадайтесь, что искать. Что? Погоди, стой. Ну-ка щит попробуй. Ну, можно еще рукой вроде удар. А ну, держи. Да, вот, удар еще. В общем, ребят, сейчас будет крутой таймлапсик по рытью в шахте. Буду рыть огромную шахту. Фух, надеюсь, я не засну. Поэтому, ребятки, пожелайте мне удачи. Ну, не только тебе. Просмотра. Не только тебе. Мы вдвоем пойдем. Amazing.
Ну что могу сказать, дорогие друзья? Вот на этом наш поход закончился, потому что у нас тут молодой человек уже куча раз умер, поэтому да, надо один умер, другой упал. Нашим солдатам придется отдохнуть, да, рыцарям. Мы уже почти доделали железную броню, поэтому в следующей серии обязательно встретим вас уже в железных доспехах все. Поэтому надеюсь. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.